коктейль «Кубалиты», в который входит белый ром, кола, сок лайма. Смешать напитки и получить вкусный коктейль – целое искусство. Бармен – профессия исключительно творческая. В Анапе этой науке учат в Анапском колледже сферы услуг. Сегодня выпускная группа сдает экзамен на профпригодность. Константин Занин после 9 класса решил получить востребованную в городе-курорте профессию. Отучился на бармена-официанта-буфетчика. Люди именно этой профессии считают он неплохие психологи. Бармен должен общаться. Люди приходят к нему, вот, он уже может подсказать что-то выбрать для них. Отучился сейчас, да. Вот у меня есть планы работать барменом, то есть отдаться полностью именно за бар. Вот, остаться, конечно, здесь, в городе. Красиво накрыть стол, художественно оформить салфетки – это малая часть того, что умеют выпускники колледжа. А уж пропорции самых популярных в мире коктейлей они обязаны знать на зубок. Очень востребованные на нашем курорте профессии готовятся сейчас. Эти 22 человека будут востребованы, потому что уровень подготовки довольно высок. Тончайший элемент приготовления коктейлей – лед. Его используют для охлаждения бокала или самого напитка. У ассоциации барменов 60 рецептов коктейлей. Но всегда можно экспериментировать. Главное, чтобы клиент был доволен. Первым делом бармен должен предоставить стекло, что оно у него идеально чистое. Да? Вторым делом показать весь процесс, тем самым приманив гостя к барной стойке. Да? Ну а дальше все ингредиенты смешиваются уже по технологии. Все коктейли по-своему сложные, то бишь, будь то наслаивание, смешивание. Все, главное иметь именно представление о процессе приготовления. Бармен знает секрет хорошего настроения. На вкус. Он по памяти должен знать вкусы всех коктейлей. Кстати, по международным правилам, любой коктейль должен содержать не более 60 мл алкоголя и 5 ингредиентов, включая специи и биттеры. Но главный секрет – любить свою работу.